Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить блины на миндальном молоке. Миндальное молоко очень полезно содержанием витаминов D, E, B и микроэлементов, такие как кальций, магний, калий. Также миндальное молоко могут использовать те, у кого непереносимость лактозы. Итак, для сегодняшних наших блинчиков нам понадобится миндальное молоко, мука, сахар, яйца и сода. Тесто для блинов будем взбивать, как на обычные блинчики. Ну вот, наше тесто готово. Идем жарить блины. На разогретую сковородку добавляем немножко растительного масла, наливаем тесто и жарим блины с двух сторон до готовности. Дорогие друзья, наши блинчики на миндальном молоке готовы. Они получились тоненькие, красивые и очень вкусные. Такие блинчики вы можете подавать с ягодами, творогом и вареньем. У нас блинчики с яблочно-апельсиновым джемом, рецепт которого вы можете найти в предыдущем видео. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Прошу к столу и приятного всем аппетита!